Блин, если бы он так не багал, блин, засранец. А? Да? Я говорю, умелые руки. Точно, сейчас кто-то пошипел, я прям вспомнил, что нужно сейчас... Барашка. А сколько ты с барашка добыл? Гася, я думал, что три. Да здесь они, блин, вообще просто. Ты себе так трубу и не сделаешь никак. У меня кристаллы есть. У нас у дома. Да и у дома у нас тут есть. Так что. С проблем не будет. Ууу, как он медленно приручается, блин. Слушай, аж может жареным барашком его попробовать? Сарказуха. Без запета будешь переживал. Трестишься. Может, я могу прилететь, быстро помочь. Прикольно вообще. Минус псинка. Может, на моей ездить не вообще, я на карму. Это вообще на самом деле слабо. Я, блин, 70-й еще круто, блин. А, у тебя чертеж именно выпал на прозоров. Я думал, там само это. Чертеж это круто, конечно. Убил, да? Да 90 левел это вообще зашибись, блин. Блин, я забыл, что я хотел. А, вот все. Кого? Да, кстати. Блин, я боюсь, что на мою сарказуху это я бы сейчас надел был. Боюсь, что на сарказуху там заберу нафиг. Поэтому я незамедлительно помню. Вот, тут еще один овес, слышишь? Че, не убивать мне его? Баранин, да? Мне кажется, баранин еще лучше получается. Блин. Сейчас киркой посмотрю, сколько я добуду. Офигеть, как думаешь, сколько я добыл? Это ты, походу, еще мало добыл. Я, наверное, штук 50 с чем-то добыл. Если не 60 там.
Во, сразу пошли поручения. И один пожарный мы дам. Блин, они что, не стакаются? Не стакаются еще. Блин, жалко, вторая броня, она больше дает, чем жареная. Вот закон подался. А в холодильнике она сколько будет держаться сырая? Вообще прям? Блин, ты это, может еще один холодильник поставишь, ты его шкаф? Че, долго делать? Чем? А я могу остаться на севере, а ты, допустим, туда перелететь? Чего? Придется всем выключать, да? Не, давай лучше уже. Я думаю, что стоит пожертвовать несколькими стаками этого, блин, жареного мяса. Я барашка лучше все-таки оставлю жареного. Если у меня хоть места не хватит, я то я с собой возьму жареное мясо. Потому что я не хочу. Да я так просто. Кстати, ты в курсе, что в холодильнике?